Крава сися. Комар кровопийца. Нет, крава сися. Комар кровопийца. Тити, кака. Крава сися. Комар кровопийца. Девочки, успокойтесь, не деритесь, но вы реально сейчас будете друг другу задницы надирать за то, что вы не знаете, как назвать вампиров, или кровосиси, или комаром кровопийцы, да какая разница, как их назвать. Мелкий, успокой их там! Все, хватит. Мелкий, шишку набей кому-то, если опять будет драться. Степа, Гена, вы реально чокнулись. У нас по городу вампиры гуляют, а вы деретесь из-за того, что не можете определиться, как их называть. Да вампиры мы их будем называть. Никакие не кровосиси, никакие не комары, а вот эти кровопийцы. Какая нафиг разница, а? Комар-кровопийца! Мелкий, набей ему шишку, пожалуйста, прямо сейчас. Хватит страдать фигней. Нам в первую очередь надо найти бабку-ёжку, потому что только она сможет нам помочь выпутаться из вот этой вот глобальной проблемы. Потому что нам нужно найти родителей вот этого мелкого Титикаки. Это раз. Нам нужно избавиться от этого бати Лены Ветрянкиной. Графа Дракулы, как она сказала. Мама у нее бабка-ёжка, батя у нее граф Дракула. Поэтому собирайте манатки и давайте топайте за мной. Пойдем ко мне домой, я сейчас возьму все свои шмотки, и мы отправимся обратно в лес искать бабку-ёжку. Ты тут это, мать, крепись, если у тебя есть чеснок или соль, или там святое заклинание, которое жизни спасает, обмажь тут им все, чтобы вот эти вампирюги к тебе сюда в дом не вломились. А вы все медленно и тихо за мной. Не будем бежать, не будем издавать лишнего шума. Просто медленно идем и надеемся, то, что эти кровосиси не нападут на нас, пока мы топаем. Ты опять с окна спрыгнул, мелкий! Я тебе говорю, тихо, ты с третьего этажа прыгаешь. Степушка, ты там будь наготове, если нас кровосиси нападают, сразу ставь вот этот свой крест и начинай читать заклинания, чтобы припугнуть их, хорошо? Не кровосиси, а комары-кровопийцы! Слушай, Гена, ты там успокойся и вот это, хорошо? У нас сейчас задача посерьезней, а не выезде... Разворот на 180 градусов, идем в другую сторону на вот этого Михалыча кровосисью, внимание не обращай! Людочка! Михалычек! Вот не мы этого не хотим, не вы этого не хотите, вот честное слово, ребята, давайте мы договоримся, Гена даже в обморок упал! Стёпа, твой выход! Давай, Стёпушка! Спиритус демониус пердососиус! Так, давай! Стёпа, отлично сработано, большой молодец! Я-то даже не знал, то, что ты латынский вот это знаешь! Все, давайте, быстро за мной, пока они не вернулись! Ко мне, давайте, заходите! Давайте, быстро, по одному! Титикака, ты там не отставай! Опа! Все! Вот так! Все, давайте, рассаживайтесь! Давайте, быстро! Все туда! Титикака, сосранника, слез, иди на диван сядь! Слушайте, ребята, да слезли отсюда! Короче, есть у кого-то какие-то идеи, где вообще может быть бабка-ёшка? Куда она могла уехать и почему ее в городе нет? Мы 3 серии ее найти даже не можем уже! Че, пробки выбило или что? Чё, свет-то выключился? Так, пойду включу. Опа! Так, короче, ребят, где может быть бабка-ёшка? Есть? Чё за дичь? В смысле не заплатил за свет? Ну ты же видишь то, что он включается и выключается, Гена! Ребят, у нас тут переключатель сам переключается, выключается и включается. Я не знаю, что сегодня со светом происходит, но точно какая-то демоническая энергия, честное слово. Да опять Гена в обморок упал. Гена! Это...
со светом? Почему все включается и почему все выключается? Я честно не понимаю, что сейчас происходит. Став крест! Став крест! Читай заклинание! Чё за дичь происходит в этом проклятом доме? Что это такое? Ребята! Мне это совершенно не нравится! Что происходит у меня в доме? Он как будто с ума сошел! Все нафиг на улицу выходим прямо сейчас! Здорово, милок! Ты чё такой напуганный? Как будто призрака увидел! Да лучше бы я призрака увидел, нежели то, что я сейчас в своем проклятом доме увидел! Так это все из-за тебя! Это мой дом, твою энергию, что ли, ведьмовскую почувствовал? Господи, мы здесь все родить-то успели моментально! Бабуль, заходи давай внутрь! Давай, быстро! Заходи, дверь, Зоя, вот это надо забаррикадировать, пока вот эти кровосиси не вернулись! Опа! Все вот так! Так, бабуль, иди сюда, Титикака, подойди сюда, Титикака, запрыгни на стол, иди сюда. Мы тебя трое суток искали, найти не могли, а ты сейчас сама к нам в дом пришла. Ты где это время все была, а? Да, ну, я на речку Донецк ездила, загорала немного. На речку Донецк она ездила. А у нас тут столько жопы в городе произошло, пока ты на эту речку ездила. Ты себе даже не представляешь. В первую очередь, Титикака мелкий. Мы его в лесу нашли. Ты узнаешь его, бабуль? Ты знаешь, чей это ребенок? О, это что, это Катька твоя родила, что ли? Ну, я вас поздравляю. Нет, господи, мы с Катей 3 месяца уже не виделись. Если бы Катя родила, я бы, наверное, это узнал случайно. Нет, нет, мы его в лесу нашли, когда шли к тебе домой. Мы его возле твоего дома в лесу нашли. Его кто-то там потерял. Чей это ребенок может быть? Ой, да вы не переживайте. В моем лесу дети каждый день теряются. Он не первый и точно не последний. Это сейчас меня должно было бы утешить, то, что дети каждый день теряются. Так, ладно, Титикака, походу бабка Ёшка тоже не знает, кто твой папа и мама. Так, все, слез со стола. Короче, бабулька, вторая проблема, самая жесткая. У нас в городе вот это кровосиси появились. Ну, или комары кровопийцы, как это Генка их называет, да. А появились они сразу же после того, как мы к тебе в дом зашли и увидели, как из твоего шкафа мужик выбежал и в окно сиганул, и потом убежал. Ты случайно не хочешь там сказать, что это за мужик был? А то Ленка Ветрянкина нам уже все рассказала про тебя. Мужик? Так это Гришка Педальки, он ко мне часто в гости приходит. Подожди, вы что, с Гришкой Педальки нам вот это вот? Шуры-муры крутите? Не, бабулька, не Гришка Педалькин. Это мужик с клыками такими, так бледный и с красными глазами. И Ленка сказала то, что муж это твой бывший. Граф Дракула ядрить колотить это был. Это что? Мой дракуленок вернулся? Дракуленок? Дракуленок ту-ту-ру-ру-ру, дракуленок ту-ту-ру-ру-ру, дракуленок ту-ту-ру-ру-ру, я вампир. А сейчас все вместе, давайте! Дракуленок ту-ту-ру-ру-ру, дракуленок ту-ту-ру-ру-ру, дракуленок ту-ту-ру-ру-ру, я вампир! Да, бабулька, именно вот этот дракуленок твой. Так может ты нам расскажешь, почему он в город вернулся, и почему он кусанул Михалыча, Людмилу и превратил в их кровосись? И что он вообще от нас хочет, а? Тогда Леночка моя в большой опасности, ее надо срочно спасать. Ну так ты нам расскажи, что вы такое натворили с Леночкой, то что он по вашей душе пришел и хочет вас кокнуть. Ой, это долгая история, а потом расскажу.
Ну тогда надо срочно спасать Леночку и Бомжару, они же прямо сейчас вместе находятся вот в этой мэрии. Только я сомневаюсь, что нам вот этот единственный крест Стёпы сможет спасти жизнь. Бабулька, учитывая то, что твой муж Дракула, ты должна знать, как справляться с вампирами. У тебя есть какой-то способ рабочий, кроме заклинания Стёпы, вот это Дебикулус и вот это Спиритус и вот это все остальное? Мне нужна соль! Камень и чеснок. Так, чеснок у меня есть в холодосе, соль у меня есть в тумбочке, а камень, камень у мелкого же есть. Мелкий же из рогатки стреляет камнями, мелкий, одолжи камушек. Все, бабулька, давай, иди тогда варгань свое зелье или что ты там сейчас будешь делать. А мы с пацанами сейчас решим, что нам делать. Все, давай, иди, бабулька. Все остальные сюда, подойдите, быстро, 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 быстро. Так, ты, Титикака, идешь с нами, потому что, возможно, там мы сможем найти твою маму и твоего папу. Ты, Степа, тоже идешь со мной, тебя не жалко, если тебя укусят. А ты, Генка, и ты, Мелкий, остаетесь здесь, в моем доме, и защищаете его, чтобы никакая кровосися сюда не пробралась. Ты, Генка, ответственный за жизнь Мелкого. А ты, Мелкий... Ну, ты просто Мелкий, ты просто балбес. Все, будь тут дома, и даже меня не уговаривай, я тебя с собой не возьму. Это слишком рискованно, на тебя могут наброситься кровосиси и укусить тебя, и ты еще кровосисей станешь. Рогатку убери прямо сейчас! Убери рогатку! Это должно помочь! Патроны с солью? А куда мне эти патроны-то заряжать? Мелкому в рогатку, что ли? У меня никакой пушки нет. Бабуль, ты что нашаматила сейчас? Я думал, ты зелье какое-то сделаешь, а не патроны. Ой, божечки, все самой делать, все самой. Ну тогда давайте за бабулькой потопаем. Все, Гена, Мелкий, остаетесь вот здесь. Титикака и Степа за мной. Я защищу его от комаров-кровопийц. Ну все же кровосиси больше подходят, Гена. Давай мы их будем кровосисями называть. Все, Степа, Титикака сюда за мной. Мелкий, баррикадируй вход, чтобы они сюда не пробрались. А мы, ребята, аккуратней смотрим, чтобы нигде не было ни Михалыча, ни Людмилы. Заходите в гараж. Быстро, давайте! И дверь за собой закрывайте! Бабуль, ты чё делаешь-то, а? Бабуль, у нас очень много времени, они уже там, Стёпа, готовься, ставь крест! Бабуль, у нас мало времени! Милок, не торопи меня, я старая больная женщина. Ну сейчас эти кровосиси вломятся к нам в гараж, ты будешь старой мертвой женщиной, если ты быстрее не сделаешь то, что ты сейчас делаешь. Самодельный дробовик. Бабуль! Откуда ты дробаши-то умеешь делать из вот этих подручных средств-то? Ой, жизнь заставила. Степа, открывай ворота, сейчас протестируем, работают ли эти патроны с солью или нет. Давай, Степа. Раз, два, три! На! Да! Ба! Собаки сутулые, чтобы я больше вас здесь не видел вас! Работает, бабулёна, работает! Они сразу же испугались! Все, Степа, мне больше твой крест не понадобится! Все, давайте, все за мной, быстро! Идем к этой Леночке-Ветрянкиной, выходите, Титикака! Закрываем ворота, потопли, давайте! Вот вам нафиги акуленок, тут ру-ру-ру, так та та ра ра та 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 акуленок та та ра та 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 ра та 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 ра та 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 акуленок та та ра та. Все, хватит, пошли. Ой, бабулька, ты молись-то на всякий случай. Я очень сильно надеюсь, что Леночка Ветрянкина до сих пор жива, потому что твой муженек, вот этот Дракула, мог не в гости наглянуть с этим, с бомжарой. А это еще кто такие? Это не наши Михалыч с Людой, это какие-то другие кровосиси. Эй, вы! Кровососалки нафиг! На! Степа, ты мне будешь помогать или не будешь в этой жизни помогать? Я не справлюсь с ними сам! Да! Двоих одним выстрелом просто кокнул! Давайте быстро на второй этаж поднимайтесь! Возможно, Леночка с этим с бомжарой еще живы! Давайте запендюкивайтесь! Так, сейчас забаррикадируем вот этот проход, чтобы... Опа, они сюда не смогли забраться, и на второй этаж давайте! Аккуратненько смотрите, главное по сторонам! Ах, вот где наш Михалыч!
Нет, это Людмила, чтобы я здесь больше не видел! Сатаны, вот эти, ехали, баба, на! Так, бомжара жив, бомжара, ты жив? Бомжара с ума чокнулся, вот это... Бомжара! Это мы! Пушку свою спрячь нафиг! Дайте, заходите, 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 давайте, быстро, быстро, Стёпа, давайте, заходите ты, господи! Стёпа, крест там поставь, поставь крест где-то! Живы, миленькие мои, здоровы, никто не покусан, Леночка, мать твоя пришла, вот только что она сама к нам в дом пришла и сказала, она была на речке Донецк, прикинь, она загорала, пока мы все это время отбивались от этих вампиров, а? Мамуль, ты вернулась! Леночка, ты жива? От воссоединения семьи просто! Бомжара, иди сюда, сейчас, да, я отдышусь немного. Ты мне расскажи, что у вас здесь произошло, как вы долго отбивались от этих кровосись, а? На нас напали комары-кровопийцы. Да, это мы уже знаем, бомжар, это мы уже знаем. Мы еле как от них отбились, их очень много. Тёпа, что опять случилось-то? Ты что, опять пятая точка чешется? Ты что, прыгаешь как нормальный? А вот и дракуленок мой вернулся! Какой еще дракуленок? А-а-а! Дракуленок ту-ту-ру-ру-ру! Стой! Это же твой муж, вот этот граф Дракула! Ты Чичикаку отпусти, пожалуйста! И женушку свою бывшую забирай, только не трогай мелкого, пожалуйста! Чичикака! Он твоего с Катькой сына украл! Надо что-то делать! Он не мой с Катькой сын, каргатый старый! Он Чичикаку только что украл!